Выбор делегатов на 5-е Всебелорусское собрание от областного центра Брещины состоялся в круглом зале горисполкома. В мероприятии приняли участие как кандидаты, так и уполномоченные по их выбору от предприятий и организаций города. Процесс очень ответственный и требует основательного подхода. Вопросы, которые будут подниматься на собрании в Минске, касаются важнейших сфер жизни всей страны. Вопросы дальнейшего развития нашей республики. На какие акценты в первую очередь определить внимание правительства, какие законодательные моменты требуется усовершенствовать для того, чтобы наша Республика Беларусь могла развиваться дальше успешно. Список кандидатов, в котором 80 фамилий, был сформирован в результате предварительного отбора. В Минск должны поехать люди инициативные, не безразличные к родному краю. Также важно, чтобы делегаты представляли как можно больший спектр отраслей и сфер народно-хозяйственного комплекса. Всебелорусское собрание – это очень знаковое мероприятие для всей нашей страны, для будущего нашего государства. И мне, как впервые участвующему в подобного рода грандиозном мероприятии, судьбоносном для страны, очень интересно услышать, какие основные аспекты реализации государственной молодежной политики будут озвучены и какие приоритеты будут расставлены на 5-м Всебелорусском собрании. Конечно же, хочется, чтобы наша страна вот действительно процветала и принимались разумные решения, чтобы эти решения воплощались в жизнь, чтобы наша страна действительно вот испытываешь гордость и чтобы еще больше, краше, лучше было. И чтобы это было просто не только слова, а это были действительно действия, направленные общие усилия на то, чтобы вот страна получала соответствующее развитие. Поэтому ждешь от этого форума действительно вот такого разговора конкретного с поднятием конкретных проблем и путей их решения. В результате голосования уполномоченные выразили доверие всем 80 кандидатам, заявленным в списке. Именно они отправятся в июне в столицу представлять город над Бугом в составе общей областной делегации. К слову, всего от Брещины в Минск направится 350 делегатов, а общая численность участников 5-го Всебелорусского собрания должна составить 2500 человек.